Привіт, друзі! Знову я, Нелі Толмач, запрошую на зустріч на нашому дитячому майданчику. Любі хлопчики і дівчатка, чи знаєте ви, як можна власними руками прикрасити улюблені речі? Якщо ні, саме сьогодні на нашому майданчику гості розкажуть, як вони це вміють, знають і роблять. Адже до нашого майданчика завітали учасники дитячого гуртка образотворчого мистецтва «Натхнення» будинку дитячої творчості Заводського району. У нас у гостях Аліна Клочко, Анна Фортушняк, Маргарита Горєлова, а також майстер творчого об'єднання «Прибужжя», керівник гуртка «Коляда» Тетяна Павлівна. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня! Доброго дня! Дівчатки, ви такі гарні, ви такі яскраві, як саме літочко. І дуже добре, що сьогодні ми привернули увагу саме темі прикрашення, тому що літо – це яскраві барви, це те саме, знаєте, колорит життя, насичення барв. І ви у своїй творчості якраз і проявляєте. Тетяна Павлівна, як давно існує гурток «Натхнення»? Наш кружок существует 2005 года. За это время мы освоили много техник, освоили много разных направлений и еще ищем все новое и новое, чтобы и деткам было интересно, ну и как бы для себя что-то сделать новое и интересное. Я уверена, что ваша жизнь, она просто наполнена вот такими оттенками, колоритами. Между тем, основные ваши направления, потому что вот на первый взгляд, люди, которые разбираются, как бы вот, ну вот смотришь, это техника батик. Однако, когда мы с вами говорили перед эфиром, вы говорите, что это не совсем батик. Это не совсем батик. Не совсем. Не совсем батик. Ну, начинали мы, как всегда, с основ, то есть живопись, колористика. И потихонечку с маленьких работ, каких-то невзрачных, мы потихонечку так добрались уже, можно сказать, до определенных вершин мастерства. Пробовали разные материалы, пробовали пастель, пробовали бумагу, пробовали ну, там, графические какие-то материалы. И как-то так получилось, что мы перешли на ткань. Детям очень понравилось, потому что это совершенно такие непередаваемые ощущения в работе, новые возможности. И детки как-то загорелись этим, и так вот у нас и пошло. Если сегодня назвать вот направление, в котором вы работаете, если это не батик, то как правильно называется техника? Это роспись по шелку. Вот так. То есть этому сначала работы надо сделать грунт. Если грунт не делается, значит, ничего мы не сможем сделать, вот такую красоту. Угу. Чем отличается от батика эта техника? Для батика существует определенный резерв, угу, которым, когда рисунок закрепляется, остается белая линия. Угу. И потом эта белая линия, она на рисунке, как бы ты ни делал, что бы ни делал, она остается. Это больше как декоративная работа. А в росписи по шелку это как бы больше возможностей творчества. Понятно, это шире, да? Это шире, вот мы можем посмотреть на примере работ. Да. Что сейчас я и хочу сделать, шановні друзі? Давайте помандруємо світом творчості наших гостей. І я впевнена, що кожного з вас зараз просто запрошую у світ натхнення. Давайте дивитися наступну відеозамальовку. Thank you.
Шановні друзі, мені здається, що дійсно ось назва колективу, як відомо, як корабль назвеш, так він і попливе. У цьому випадку дуже співпадає натхнення, саме натхнення, яку б роботу ми не дивилися, вона дійсно налаштовує на світ позитиву, краси, барв, яскравості. Сама краса. Сьогодні у нас у гостях люди, які це знають, як робити і вміють. У нас учасники гуртка «Натхнення». Аліночка, перша дівчинка, така гарненька сидить. Аліна, ти давно займаєшся у цьому гуртку? Ну, з 5 років. Тобто на сьогоднішній день можна сказати, що ти просто професіонал в сфері розписування пошовку, правда? Ну, да. Алин, ты знаешь, у меня просто глаза не отрываются от твоей работы, потому что вот эта сова – это сама сказка. И я знаю, что это твоя авторская работа, правда? Mm. Расскажи, пожалуйста, как создавался сюжет? Потому что работа сложная, работа двухслойная. Вот сейчас, я думаю, что обязательно наши зрители увидят это все. А ты расскажи, пожалуйста, как она создавалась? Ну, сначала я сделала 2 эскиза, ну, этих 2 работ, потому что там еще задний план. Подожди, а почему именно сова? Откуда она у тебя такая красивая, колоритная появилась? Моя фантазия. Это фантазия? То есть ты не срисовывала? Ну, хорошо, а в жизни ты вообще хоть сову хоть раз видела? Она как-то вот похожа на ту, которая у тебя получилась? Ну, да. Наверное, глазами или носом, клювом? Ну, глазами. Глазами. Хорошо. Итак, вот у тебя появилась идея создать сову. Что дальше было? Ну, потом я решила сделать еще задний фон, дерево, и там уже включила фантазию, доделала зайцев. Ну, там и дом перевернутый. Классно. Да. Хорошо, а что является основой? Это шелк все-таки или это какая-то ткань более тонкая? Ну, это шелк. Это шелк. Там получается изнанка, вот вторая работа, это шелк, а первая это органза. Понятно, то есть, поэтому она такая прозрачная, да? Да, тут подбирается ткань. Не просто 2 одинаковые ткани, а тут еще ткань подбирается особенная. Татьяна Павловна, там я не верю, что даже вашего мазка никакого нет. Нет, я уже... Алина у меня профессионал, она уже помогает другим деткам. То есть я, допустим, если что-то не успеваю вот кому-то помочь, Алинка уже встает, она помогает. То есть это уже... Ваша права. Кадры. Уже, да. Алиночка, скажи, пожалуйста, для того, чтобы работа получилась, вот в целом, да, независимо от сюжетности, что самое главное надо знать людям, которые начинают, без чего работа в смысле, ну, не будет иметь ни жизни, ни продолжения, потому что здесь же не только правильно нарисовать, а и сохранить еще надо. Желание и терпение, наверное. Так. Желание и терпение. А для того, чтобы краска не размазывалась, чтобы она не струшилась, чтобы эта картина годами существовала, что надо для того, чтобы сохранить ее? Не надо много брать воды, я так думаю, и краски не сильно много ложить. Классно. Всего в меру. Эту работу ты долго рисовала, работала над ней? Ну, урока 3, наверное, 4. И это много для тебя или это мало? Ну так, средний. Средний. Для меня, конечно, это очень быстро, потому что работа выполнена очень искусно. Она красивая, она яркая, она очень привлекает внимание. А в принципе, какие сюжеты тебе ближе? Что еще нравится? Я думаю, же она не одна у тебя, эта работа. Да не одна. У меня есть еще двойной батик, кувшин. Там стоит. Стоит. Перед ним. Вот эта работа, которая вот в такой рамочке у нас, это... Вот эта вот работа, это твоя, да? Это первая была, мы попробовали. А сова это уже вторая. То есть мы идем уже как бы по нарастающей. Алин, а о чем же ты мечтаешь, если сегодня... Сколько тебе лет? 11. 11 лет. Ты, получается, 6 лет, да, прозанималась в кружке. О чем ты мечтаешь? Какой потолок для тебя, если сегодня уже такие у тебя искусные работы? Что ж мы увидим в будущем? Я еще не задумывалась. Хорошо. А какой бы... Что бы ты хотела нарисовать? Может быть, что-то есть какой-то вот такой? Подводный вот мир хочу нарисовать. Я могу представить, какая это будет красотища. Это правда. Дорогие друзья, если вот рассматривать вот эту композицию сова, ее украшает ящерица, не менее красивая. Вот посмотрите, какие варианты, так сказать, воплощения вот этой идеи возможны. Это для тех деток, которые хотели бы создать что-то для себя собственными ручками, вот так вот раскрасить. Но это, конечно, работа уже ваша, да? Ящерица. Основа это шелк у нас? Это обычный белый шифон. Шифон. Да, ну у нас, поскольку мы занимаемся шелком, то у нас уже есть много секретов, как рисовать на шелке, как сделать так, чтобы фактура была, как стразы клеить, чем украсить. У нас там целые уже наработки.
Татьяна Павловна, и оно долговечно? Да, это долговечно, потому что мы берем не обычные краски, это специальные текстильные краски. Это уму непостижимо, честное слово. Если речь идет просто о белом фоне, и в итоге получается вот такое готовое изделие, девочки, вы кудесницы просто, вы волшебницы, потому что вы украшаете не просто этот мир, а еще создаете эксклюзивные просто вещи. Вот Маргарита шарф тоже вот. Анечка, скажи, пожалуйста, вот сзади твоя работа, да? Это немножко другое направление? Да, наверное. Какая техника здесь использована? Я уже вижу, что это не ткань, это бумага. Я рисовала ее пастелью. Это пастель. Классно. А роспись по шелку есть у тебя работы? Нет, еще не пробовала, но хочу попробовать. Хорошо. А ты давно занимаешься в этом коллективе? 2 года. Так. Скажи, пожалуйста, что тебя привлекло вот впервые, когда ты увидела? Потому что здесь остаться равнодушным невозможно, правда? Здесь все красиво. А ты, когда вот впервые переступила порог студии, на что твой взгляд вот упал? Что осталось тогда? Как дети работают? Или какая Татьяна Павловна у вас красивая? То, что она делает? Как? Ты помнишь вот это мгновение, когда ты пришла, открыла двери? Красота! Все было там очень красиво. Если брать вот для тебя это творчество, что оно тебе дает, вот лично для тебя? Это просто интересные рисунки, или это просто общение, или это вот искусство перевоплощения чего-то, когда ты берешь чистый лист, а в итоге получается какая-то вещь. Что для тебя оно дает? Ну, мне дает как бы... развивает мою фантазию. Фантазию. Какую бы ты хотела создать картину? Вот Алина еще думает о подводном мире, да? А у тебя уже готова следующая идея? О чем ты мечтаешь? Я еще не знаю. Ну, Аня любит вообще рисовать фантастические. Да. Вот картины у нее... Драконы. Драконы там, единороги. Аня, откуда же эти драконы и единороги? Ты где-то в интернете их высматриваешь? Да, мама мне распечатывала, я рисую. Слушай, ну это же так классно. А у тебя какие-то складываются истории, связанные с этими драконами? Или просто тебе нравится изображение, что они такие? Некоторые с историями. Правда? Мне кажется, что на основании этих рисунков можно составлять детские, а может быть, сказки какие-то. Ты не пишешь стихи? Нет. А чем ты еще увлекаешься, кроме, вот, например, живописи, рисунков? Я люблю спорт, я люблю бегать. Классно, бегать. Вот сейчас лето, каникулы. Уж набегаетесь, я думаю, за 3 месяца вдоволь, да? Да. Ну, а если в будущем, кем ты себя позиционируешь? Кто ты, будущая спортсменка известная или все-таки художница? Все-таки художница. Дизайнер? Наверное, да. Дизайнер-фантаст. Анна Фартушняк, да? Угу. Пусть так и будет. Договорились? Хорошо. Давайте знакомиться дальше. Маргарита, скажи, пожалуйста, что тебя привлекает в занятиях этих? Я отвлекаюсь от внешнего мира. Мне очень комфортно находиться в студии и приятно общаться с людьми, которыми там находятся. Я с тобой абсолютно согласна. А как ты себя настраиваешь вот на творческий процесс? Потому что у девчонки говорят, что, например, Аня видит рисунки, да? Алиночка, у нее рождается все как-то из фантазии, да? А у тебя как больше? По настроению. А от чего это зависит? Если у меня, например, плохое настроение, я стараюсь либо не идти, либо просто посидеть с кем-то пообщаться. А с хорошим настроением у нас есть папки, и я сижу и выбираю то, что мне нравится. Понятно. То есть с плохим настроением даже подступать к творчеству невозможно, лучше правда? Лучше не стоит, потому что можно просто испортить работу. Правда? Когда человеку грустно, нельзя ничего делать? Можно взять чистый лист и нарисовать то, что захочешь. Это отпускает, то есть тебе уже становится как-то лучше. Ой, как ты, я думаю, что в будущем ты философом, наверное, станешь. Ты видишь, как ты уже чувствуешь настроение. Я с тобой согласна. Какие сюжеты же тебе нравятся? Что тебя воодушевляет и что дает тебе вот это наслаждение внутреннее? Я очень люблю рисовать пейзажи, животные мне очень нравятся. У меня очень много работ с животными. Натюрморты я рисую, пытаюсь как-то.
что. Маргаритка, вот это твоя работа, да, я так понимаю? Это из последних работ? Да, это я только недавно ее закончила. Она сложная очень. Она такая, видишь, в полутонах и в полуоттенках. Как родился этот сюжет? Этот сюжет родился... Это подарок для моей мамы. О, классно. Я думаю, что у тебя мама будет очень счастлива, когда она уже видела эту работу. Я еще ее домой не приносила, но мама уже ждет. Ну, конечно. А в эфире телеканала «Николаев» уже происходит презентация для этой работы. Подарок. Для мамы подарок. Как маму зовут? Ганна. Анне, вот в нашем эфире большой-большой привет от дочери. Маргарит, ну давай вот ты немножко нас познакомим. Какой же сюжет лег в основу этой твоей картины, этой работы? Я над этим еще не думала. Как она называется? Ну, летние птицы, наверное. Это какие-то конкретные птички ты вот рисовала? Или это опять-таки фантазия, абстракция? Ну, скорее всего, фантазия, потому что я еще не думала, на каких птиц они не похожи. Но мне похоже на соловьи. Соловьев, что-то на подсознание. Да? Очень, да. Маргарит, мне интересует, почему выбрана такая цветовая гамма еще. Потому что очень хорошо, что они в паре, да, вот говорят, что да. В народе считается, что если вот птички изображены, то обязательно в паре это будет счастье и достаток. Однако цветовая гамма выбрана очень не такая необычная. Потому что для юга Украины нам больше свойственны зелень, яркость, да? А у тебя вот что-то восточные какие-то мотивы, такие вот вкрапления ярких цветов на каком-то пастельном тоне. Как вот ты, где-то ты видела это, или это твое решение? Ну, мне просто нравятся очень такие спокойные, но в то же время яркие оттенки. Понятно. Как долго ты работала, чтобы прийти вот к этой картине, к результату такому? Какие могут быть на пути вот творческом моменты, которые могут остановить? Что сложного в искусстве батика? Вот где можно так ошибиться, что в итоге работа не получается? Когда работа еще не законченная, можно думать, что вот ты сделал что-то неправильное и думаешь, что все испортил. Но на самом деле все можно, ну, то есть исправить. Правда? Да. В любой момент можно исправить, то есть, да? Может ошибка стать такой, как изюминка, и может стать только украшать работу. Вот они, дорогие друзья, дизайнеры, философы, фантасты, все у нас вот здесь вот на нашей площадке, потому что их размышления вот о творческом пути, это просто, знаете, какие-то откровения, эксклюзивные причем для вас, дорогие наши зрители. Хорошо, Татьяна Павловна, вот как происходит все-таки момент сотрудничества преподаватель и ученик? Где ваше наставление и ваша рука? Или вы просто им доверяете, и как они вот видят, так оно и в принципе происходит? Ну, я стараюсь прежде всего, чтобы они выражали свое творчество сами. Я им могу подсказать, я им могу посоветовать. Обычные знания академические, которые надо, они уже знают. То есть это постоянно мы как бы проходим, подсказываем. Основа, да. А дальше, ну, на мой взгляд, это творчество, потому что детское творчество, я считаю, останавливать нельзя. А это ваша авторская программа или, в принципе, есть какой-то костяк, на основании которой работают многие кружки? Это моя программа. И роспись по шелку – это чисто наше вот, увлечение. И все наработки. У нас очень много секретов, у нас много наработок. Поэтому мы можем себе уже позволить сделать такие шикарные работы. Можно сказать, что только Николаев славится этим? Или в Николаеве вы такие вот самые важные в этом направлении? Ну, я хочу сказать, что я не встречала. Вот мы общаемся, дома творчества, и как-то у нас получается, что как бы не эксклюзивные такие. Не встречала, не знаю. Понятно. То есть сегодня мы говорим об авторских работах, в принципе, которые не имеют аналогов. Правильно? Ну да, это как каждый художник имеет свою технику, свои секреты, так и у нас в кружке есть свои секреты, свои техники. Вот эта работа очень красивая, яркая. Вот это наш юг. Чья это работа? Моя. Это ваша работа. Да. Как называется она? Летние маки. Маки-маки. Это техника... Тут сложная техника, здесь элементы и батика, и росписи по шелку, и контурная роспись, то есть тут много. Много, всего. Ну да. Вы мастер. Но давайте вот сейчас, вот если ближе, основа все-таки это шелк? Шелк. Шелк, да? Обычный шелк, да. Опять-таки берется белая ткань? Белая чисто кровь. Белая ткань. А да. Какие же краски вы используете? Акриловые по ткани, могу добавить немножечко темперы, а так...
В основном, почему по ткани? Потому что они ярче, чем гуашь, и они вот сочные, и когда положишь мазочек, вот они сочные так и остаются, а гуашь, она все-таки высветляется. Вот можно гуашью работать, можно, но мы решили, что все-таки акрил лучше и работаем. Татьяна Павловна, как же сделать так, чтобы оно сохранилось на долгие годы и чтобы краска не выгорала? Потому что любые ткани, мы знаем, особенно натуральные, они выгорают. Это те же акриловые краски, то есть это синтетические краски, которые хранятся очень долго. Долго, да? Да. Их можно еще, если еще с изнанки закрепить тюлюком, тогда можно их еще и стирать. И стирать можно? Да, то есть вот шарфы, которые мы делаем, закрепляются, и потом, пожалуйста, они имеют утилитарное значение, можно носить, да. Представляете? Вот, дорогие девочки, мальчики, если вы заинтересовались, пожалуйста, приходите в кружок, и вы все тайны, которые Татьяна Павловна, естественно, сегодня нам не раскроет, вы узнаете и будете вот так вот сами для себя производить какую-то интересную одежду, украшать ее, создавать эксклюзивные какие-то вещи. А сейчас, Татьяна Павловна, давайте мы еще немножко попутешествуем и представим еще раз работы, которая есть у нас вот здесь вот в студии, потому что каждая из этих работ, она по-своему оригинальна, мы подчеркнем, оригинальна, да, и интересна. Работа Ани Фартушняк. Аня у нас, поскольку очень такой представитель фантастики, поэтому это дерево желаний. Драконов нет, Аня? Нет, да? Драконов нет, но там что-то такое, что похоже на дракончиков, то есть Аня пока рисовала. Я так думаю, свои тайные мечты она туда где-то Анечка, спрятала. Анечка, что же это вот такие вот завитки? Это что? Фантастические яблоки? Наверное. Это плоды. Если их съешь, может, и желание сбудется. Да ты что? Да. Ну, будем надеяться, что когда-то такое дерево появится на самом деле в жизни. Да? Ты же, наверное, где-то его видела там в своей фантазии? Нет, я его... Фантазии? Ну да, фантазии. Так, видела, значит. А мечты, как известно, сбываются. Значит, такое дерево у нас появится обязательно. Да. Давайте дальше посмотрим, потому что работы интересные, яркие, и, в принципе, каждая заслуживает нашего внимания. Вот если брать, например, этих птичек. Это работа Маргариты Гореловой. Это, опять-таки, мы осваиваем новую технику современную, которая называется дудлинг. Это соединение графических материалов с акварелью. Классно, вообще. То есть, вот сложная это первая, такая работа. Это сложная работа, потому что здесь надо уметь как и оттенки сначала положить акварельно, ну а потом уже идет декоративная обработка гелевыми ручками. Маргаритка, это что, там на дереве детки растут, что ли? Да. Или это детки дерева? Это детки дерева. Боже мой, вот эта фантазия у народа срабатывает. Понятно. А птица? Птица такая тоже? Птица из будущего? Нет. Цыплятка, смотри, какие у нее интересные. Это ее детки. Это ее детки? Да. Это птица счастья? Да. Вы знаете, дорогие друзья, я хочу, чтобы вот такие вот птицы счастья прилетали каждому из наших зрителей. А вам они приносили не только счастье, а еще и вдохновение. Удваивали или утраивали, потому как коллектив у вас называется «Вдохновение». Всего вам самого хорошего, яркого и обязательно творческого. Развивайтесь, приходите, показывайте. Алина обещала нам море показать, да, морское дно. Будем ждать. Пусть это произойдет обязательно. Приглашаем и приходите с вашими уже следующими какими-то творческими наработками. Спасибо большое, что вы были у нас. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Дитячий майданчик». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я прощаюся з вами і призначаю зустріч на цьому самому місці, але вже за тиждень. Пока-пока!